Здравствуйте. В эфире программа «О чем говорят». Наступил первый месяц зимы, и спасатели в очередной раз предупреждают. Пришла пора опасаться рек, озер и водоемов. Тем более серьезных холодов пока не предвидится. Легкий ледок сковывает воду, снежком припорошит, ребятня стремится на берег поиграть, а там западня. Причем попадаются не только дети, но и взрослые. Мой собеседник сегодня – глава поисково-спасательной службы Олег Петрович Мосрис. Здравствуйте, спасибо большое, добрый что день. Пришли. Вот давайте будем пугать, потому что сколько мы не говорим о том, что нужно опасаться, все равно каждый год у нас люди наступают на одни и те же грабли. Насколько я знаю, с опасением ждете как раз именно вот этот период времени, когда вроде зима, а вроде бы как-то и не совсем. Вот не поверите, 19 лет работаю, 19 лет пугаю, ага. И что-то и вот меньше не становится. Вот почему-то вот люди считают всегда, что это с кем-то происходит, а я самый хитрый, я там все знаю, как обойти, но вот почему-то вот меньше не становится. У вас, может быть, люди родились с мыслью, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нет, конечно, да. И, разумеется, пугать надо. Задаюсь всегда такой вопросом этим людям, которые идут на тонкий лед. Вот это удовольствие, вот эта рыбешка, она стоит вашей жизни, стоит несчастья вашим близким, которые останутся без кормильца. Но подумайте просто, потому что все, когда идут, думают, что все хорошо кончится. А вот представьте ситуацию наоборот. Вот. А вы представьте, что кончится все очень плохо. Вот тогда надо. Ну нет, конечно, у нас есть нормальная ситуация, когда толстенный лед, там все. Путем, на морозы под 40, уже отгремели, и лед устоялся. Да кто ради против того, что там выходят там люди, соблюдая все правила предосторожности. Когда толстый лед, когда ты идешь не один, когда с тобой есть там еще люди, есть там какой-то кусок веревки, есть масса вариантов, когда можно обезопасить себя. Но когда только это все становится, когда еще только-только переходит температура на минус, вот, и вот этого не бояться. Вода здесь чуждая среда, понятно, она наказывает. Понятно, когда есть крайняя необходимость. Ты предпринимаешь поход через Волгу, там, я не знаю, через Сок, через Чапаевку, ради, через что-то еще. Когда ты рискуешь ради кого-то, вот порой у нас работа такая, что иногда приходится рисковать, но вы поймите правильно, что любой риск должен быть оправдан и просчитан. И чем опытнее человек, тем он в состоянии просчитать ту грань, за которую нельзя переходить. Так вот, он не переходит ту грань, он рискует, но он рискует разумно. Ради чего-то, да, я всегда согласен, там надо ради кого-то рисковать. Ради вот этого удовольствия оно того не стоит. Не стоит. Когда человек представит, что может быть, оно того не стоит. Прислушайтесь, пожалуйста. Я вам больше скажу. Я знал одного человека, я знаю до сих пор, слава богу, он жив-здоров, он 4 раза под лед проваливался. Любитель зимней рыбалки, я ему все время задаю вопрос, до каких пор? До каких пор, да. Вот. И он искренне говорит, ему уже фартит, столько звоночков давалось. Да, он уверен, говорит, но ведь фартит пока, а потом что будет делать? Вот, ну, хорошо, вот я просто хотел, чтобы телезрители все-таки прислушались вот к этим советам, да, и не рисковали. В качестве совета хочу сказать, да, во-первых, смотрите за своими детьми, куда они пошли и для чего, разговаривайте со своими детьми, предупреждайте их об этом, потому что когда иногда нарываешься на совершенно такой идиотский ответ, а я не знал, что это нельзя делать. Нет, ну хорошо, но у тебя взрослые есть, там они как-то тебе должны воспитывать и все это. Это, возможно, нам кажется, что это само собой разумеющееся. Нет, об этом нужно всегда говорить, и я об этом буду всегда говорить, о том, что берегите своих детей, смотрите за тем, что они хотят на это новенькое, тоненькое, вот такое блестящее, выйти туда, вот поиграться, может быть, там поскользить. Но заканчивается, как правило, плохо, особенно когда тонкий лед. Вот когда у нас ударят хорошие морозы, когда у нас устоится температура, когда у нас будет неделю хотя бы полторы за 15-20, знаете, даже вот хочется, чтобы быстрее стало холодно, потому что чем дольше вот эта такая непонятная погода, то минус, то плюс, то минус 7, то вроде бы уже, да. Вот, больше трагедии. На Волге еще не застыло, малые озера застыли, причем у берега больше, чуть дальше отошел, там меньше, там вообще вот столечко. Надо уметь читать вот этот... Лед, его нужно уметь читать. То есть нельзя, конечно, выходить там, где он темного цвета, там, где у нас растут камыши, там, где у нас, возможно, выходят какие-то ключи бьют там или родники, вот это все. Если на льду очень много снега, это тоже ослабляет лед. Но если, конечно, на улице плюс, сами понимаете, этого нельзя делать. Вообще лучше не, конечно. Но если же вам все-таки пришлось, край нужно там вот
Может быть, кого-то нужно спасать, там, нужно идти. Надо соблюдать меры предосторожности. Нужно как можно сделать больше площадь опоры на этот лед. Нужно найти любой конец веревки. Ну, там, я не знаю, бывает, шарфы идут связанные там, в дело, там все, там, лыжи, там, что-то угодно. Там. Вот. Нужно пытаться, зная, что вы можете оказаться, и вас лед не выдержит, чтобы вас потом могли вытащить. Или вы кого-то собираетесь вытаскивать, вы тоже ищете или большую палку, или что-то, потому что близко к тому человеку, который проводился на тонком льду, подходить нельзя. Иначе этот лед не, он не выдержит, конечно, вас, двоих, он одного не выдержал, двоих он точно не выдержит. Поэтому порой человеку и советуют, который в воде еще может там трепыхаться, ему нужно локтями бить этот лед, и, потому что он бьется еще. Куда-нибудь в сторону, да, в обратную берега, сторону, ага. Конечно, в сторону берега, то есть там, где вот тебя только что держало, там, по крайней мере, ты знаешь, что ты уже там не провалишься, а не в другом месте. Вот это хотя бы, вот это нужно помнить об этом и об этом говорить. Совет от профессионального спасателя. Вообще, в принципе, на самом деле, вы занимаетесь не только вытаскиванием людей из плавни. Я посмотрел сводку вот буквально ранним утром, да, пару дней назад эвакуировали из села Рождественно беременную женщину. Ой, у нас Рождественно последние вот за полтора месяца у нас 25 человек оттуда, и все в ночное время эвакуированы. Причем я вот взял небольшую статистику, но она такая достаточно серьезная. Это не просто там кого-то. Вот эвакуация ребенок 1,2 года с многочисленными ожогами тела на левый берег. Так, эвакуация еще с многочисленными сотрудниками СМП передали. Больной ребенок, острый фимоз. Эвакуация больного ребенка, черепно-мозговая травма. Практически как скорая помощь работаете. Почечная, острая почечная, печеночная недостаточность. Нет, это, конечно, все люди, которым требуется срочная экстренная медицинская помощь. Да. Да. Но как... В принципе, у всех жителей села Рождественно, по-моему, ваши телефоны, и они чуть что... Три роженицы, две из них преждевременные, вот только вот за вот это время. Я не знаю, там у них в Рождественно демографический взрыв, да, какой-то происходит. Самое главное, что они уверены, что вы рядом и всегда придете на помощь. Вот это, конечно, дорого стоит. Все знают в больнице Рождественской наш телефон, все знают, что мы ночью заряжены на них и в любой момент готовы прийти. Самое главное. Да. Вот смотрите, давайте еще о приложении сил поговорим, чем еще приходится заниматься. Вот. Ну, пожары, понятно. Но у нас тут... в этом году очень много нервы потрепали вот эти пожары, которые были на островах, особенно зелененькие, голодные, горелые острова. Причем за только потушим, все потушили, не успели даже до базы дойти, опять горит. Ну, нам уже доподлинно точно известно, есть свидетели, что это поджоги были. Но люди, ваш что-нибудь святое есть, вот зачем так делать-то? Вот, это же природа, там люди, и сколько там средств и сил потрачено. Эти средства нужны были, может быть, в другом где-то месте. Вот, и там были сосредоточены и пожарные, и мы все вместе вот это дело. За 1 август только 14 возгораний на зелененьком. Только это, на одном зелененьком? Только на одном зелененьком. Такого никогда не было ни в один год. Даже, я помню, вот эти вот жаркие страшные, да, все равно. Что-то, да, да, даже вот тот 2010 год. Человеческий фактор, ну что, руки отрывать. Это человеческий фактор, это нужно, безусловно, нужно реагировать, наверное, органам, которые должны за этим следить. Правопорядка. Да, правопорядка, да. Да, это нужно отсекать, потому что я знаю по Сибири, когда вот там вот это безобразие творилось, когда жестко наш премьер-министр поставил вопрос, там сразу 200 уголовных дел возбудили. Угу. Значит, все-таки можно найти. Угу. Согласен. И нужно искать, и наказывать нужно так, чтобы другим неповадно было. Да. Я знаю, что у вас хорошие специалисты, и спелеологи, и альпинисты. У нас очень много специалистов в любых областях. Вот мы, я уже говорил не раз. Зачем альпинисты, зачем спелеологи? Ну, пещера-то есть. Мы не будем комментировать, да. Зачем альпинисты? Вы поймите правильно, что любую работу, связанную с извлечением человека из труднодоступного места, не обязательно это должна быть скала там. Она требует альпинистской... Многоэтажка. Она требует, да, альпинистской техники, альпинистской страховки. Грамотно организовать спуск этих носилок с пострадавшим, если он не обездвижен и так далее. Это хоть на пожарах делали, это мы хоть делали в лифтовых шахтах, хоть из ям делали. Угу. Не говоря о том, что, конечно, у нас есть достаточно много выходов скал, которые привлекают людей к себе. У нас есть пещеры, есть штольни. И я вам скажу, да, вот последний, кстати, это был сентябрь, по-моему, месяц, когда у нас трое человек в ночное время, ну как, это был уже вечер, темно было, поскользнулись на этой пещере братьев Грывы. Один долетел до низа, разбился, к сожалению, насмерть, а двое задержались на полочке.
поломанные у них конечности были, и вот это была очень сложная такая эвакуация. Их надо было их как-то в щадящем режиме это сделать, все это. Без это была ночь. Здесь, конечно, никак. Но да, мы там навеску полностью делали, конечно, там без знаний, вот этих специфических знаний, которые мы оттачиваем на соревнованиях, те же, которые мы ездим. Невозможно такие работы. Вообще широкий спектр. Я вот сейчас вот с вами говорю и вспомнил картинки, видел, у вас водолазы великолепные, потому что. Ну да, я своим водолазом горжусь. Некоторые из них имеют государственные награды за Болгарию. Мы работали на Болгарии, одни из первых прибыли. Нам досталось самое сложное место на ней. Это под Казанью пароход затонул. Да, это было 2011 год, июль, 11 июля. Я как сейчас это помню, потому что самые сложные, самые тяжелые работы были. Вот мы, считаю, с честью и достоинством выполнили их и получили высокую оценку из от правительства Татарстана и от правительства Российской Федерации. Вот так. Когда у нас некоторые обыватели думают, что кошечек с деревьев снимаете. Кошечек, конечно, тоже снимаем. Да, кто-то, но... кто-то когда-то, в каких-то там лет 20 назад вот этот репортаж дал про кошечек, и вот все теперь запомнили. Все про кошечек. А остальное, конечно, никто не видит. Да. К сожалению, оно всегда за кадром находится. Ну, я знаю, вас тут критикуют некоторые в последнее время. Ну... Не критикуют тех, кто не работает. Кто не работает, да. Соглашусь. Еще один аспект. Вот, мало времени остается до конца. Тем не менее, аварии на дорогах тоже ведь мимо вас не проходят. Это, особенно да, сложные аварии. У нас сейчас система в области отлажена с организацией помощи во время дорожно-транспортных происшествий, в том числе тяжелых дорожно-транспортных происшествий. То есть и наша служба реагирует, и у нас есть аттестованные пожарные подразделения, которые тоже аттестовали на проведение данного типа работ. И кто ближе оказывается, там особенно федеральные трассы под прикрытием сейчас находятся, в ту сторону, конечно, в первую очередь и направляются силы и средства. Не справляется, дополнительно бросается, наши средства бросаются. Сколько вызовов вообще разных вот за сутки происходит? Вы знаете, вот сутки на сутки никогда не придутся одинаково. Вот бывает, ребята, там один вызов был, они там... Радуются, типа, слава богу, нет, у них есть своя работа, у них есть тренировки. Слава богу, говорят, мы хоть отработали так, какие-то свои вопросы, которые не хватает времени отработать, потому что не вылазим из машины. Бывает, что не вылазит. Бывает, что там 9, но это бывает не всегда. Это бывает редко очень так. Обычно где-то там, ну, от 2 там, до 5, вот так как-то. 2-5 вызовов в сутки все равно немало. Значит, где-то что-то. Ну, бывает они по времени. Бывает, они выехал-приехал, бывает, уехал и там на 4-5 часов. Далеко. Угу. Хорошо. Подскажут, время практически подошло к концу. Я просто хотел вернуться к началу разговора, потому что наступила зима. И давайте-ка быть осторожными. Спасатель, он, конечно, придет на помощь, но у нас вдоль всего берега Волги спасатели не стоят. Надеяться на них, конечно, надо, но тем не менее не забывать про собственную безопасность, а тем более про безопасность собственных детей. Это... Берегите себя, да. Да, берегите себя, действительно. Вот. Единственное, я хотел бы напомнить, что существует еще и радиоверсия программы, так что всегда можно и послушать, о чем говорят в эфире Самарского губернского радио 21.00. А вам большое спасибо и дай бог, чтобы как можно меньше было поводов выезжать на место происшествия. Спасибо. До свидания. До свидания.